нам выдался такой счастливый случай именно рассказать и показать вам мебель «Койка» в интерьере. Поэтому я позвала Светлану. Вы ее уже видели в моих нескольких видео. Мы с ней встречались и во Франкфурте на СХ, да, на выставке. И на Мосбилдинг, кстати, Лизуня там делала обзор вместе со Светланой. Да-да-да, у нас был такой случай, да. Поэтому сюда и позвала я, не потому что я не знаю эту мебель, а потому что Света, она расскажет просто вкуснее. В данной ванной комнате у нас минимум фабрик, да, мы взяли самые топовые бренды, поэтому здесь в фабрике «Койка» представлена мебель. Все смесители, душевая зона, тоже смесители, смеситель для ванны и вот этот интересный функциональный зеркальный шкаф, который встроен в стену. Это, да, это, я стою, думаю, какой бы эпитет подобрать, чтобы полностью описать этот божественный зеркальный шкаф, потому что действительно он настолько потрясающий, кроме как слово «божественный» здесь ничего не скажешь, дивайн, это реально действительно великолепный зеркальный шкаф. Главная особенность его того, что его можно встроить в стену, что он не торчит, не мешается, да, как некоторые боятся брать зеркальные шкафы, что будут биться головой, когда умываются там, допустим, да, как бы есть люди, которые любят прям наклоняться к смесителям, да, ну, я покажу, что все живо. Вот, а здесь можно спокойно это делать. Конечно, если у вас есть расстояние в стене, то можно смело сделать вот именно такую конструкцию. Дело в том, что «Койка» производит зеркальные шкафы лучшие в мире. Никто с нами в этом еще не конкурирует. Никто, ни один производитель. Почему? Во-первых, корпус зеркальных шкафов выполнен из алюминиевых, высококачественных анодированных алюминиевых профилей. Далее, самое важное в зеркальных шкафах – это зеркальные полотна. Зеркальные полотна у нас выполнены из хрустального стеклянного полотна, и амальгама у нас серебряная. Мало кто использует подобные полотна. В итоге мы получаем изящные, тонкие зеркальные двери, которые обрамлены зеркалами со всех сторон, снаружи и снутри. Свет, а вот как людям определить, какая там амальгама? Понимаешь, как бы вот ко мне приходят люди, да, и говорят, ну, блин, шкаф там стоит 200 тысяч, да, 2000 там евро, да? Да, 200. Вот, либо там шкаф стоит наш какой-нибудь российский, там, до 50 тысяч рублей, да? Как определить, что качество. Это вот нормальное, да, качество? Я это вижу как профессионал, потому что уже 15 лет у меня опыта, да? Но обычным людям не всегда это видно. Угу. Конечно, когда есть возможность посмотреть два шкафа рядом, это очень заметно по искажению, да? То есть как бы здесь именно глубина передачи, реалистично. Самое важное, о чем все забывают наши покупатели, момент, когда у нас происходит разрыв между зеркальными полотнами, когда у нас есть дверцы. В этом случае, когда пользователь смотрит на себя в зеркало и попадает лицом ровно на стык двух дверей, значит, лицо у него в худшем варианте начинает расплываться. В таком оптимальном варианте оно искажается. Так не должно быть. Поэтому только высококачественные полотна могут, естественно, передать отражательную способность, несмотря на то, что есть разрыв. То есть мы на себя смотрим, и мы видим половинку лица, продолжение в другом полотне. То есть в этих шкафах не напрягает смотреть именно разделение? Совершенно верно, абсолютно. Поэтому для тем пользователям, которые не приемлют вот это разделение между зеркальными дверцами, для них это оптимальное решение, потому что мы не чувствуем этой разницы. А ты сейчас закрыла, и очень дверки плавно доходят, там есть доводчики специальные. Да, вообще внутреннее оснащение любого зеркального шкафчика «Койка», именно «Койка», оно отличается тем, что пространство грамотно формируется пользователем. Мы можем самостоятельно отрегулировать высоту полочек, на котором мы, собственно, устанавливаем, и полочки еще, к тому же, фиксируются в этих держателях. И поэтому, когда мы там руками машем и любим жестикулировать, и нечаянно можно смахнуть эту полочку, то в нашем случае это не получится. Поэтому делает так только «Койка». Кроме «Койка» никто не хочет заморачиваться. Вот. Помимо этого, мы разобрались с корпусом, мы разобрались с зеркальным полотном. Но, открою вам секрет, помимо всего такого роскошного решения, есть свет.
Вот, есть панель управления светом. Света может быть очень много, а может быть и очень мало. Свет может быть белый, свет может быть желтый. А свет может быть вообще выключенный, но свет может быть выключенный вот так вот. И данным снизу, светом снизу, да, мы можем пользоваться как ночником. Круто, действительно круто. Данный зеркальный шкаф можно установить в нишу, а можно повесить на стену. В итоге мы получаем два в одном. Зеркальный шкаф в одну цену мы можем использовать в разных назначениях, то есть без заказа дополнительных каких-то элементов. Все, уже зеркальный шкафчик имеется. Вот это преимущество работы с койкой. Любой предмет является многофункциональным. Если мы вниз посмотрим, мы в этом убедимся. Допустим, аксессуары для ванной комнаты. Моя любимая тема. Тема, которая создает действительно настроение, создает тон. И как любой аксессуар завершает здесь образ вообще всего. И интерьера, и внешнего вида. Вот. Допустим, обычные стаканчики. Да, стаканчики. Что там может быть такого? Но сзади есть небольшое пространство. Это не того, чтобы пыль копить, а это для того, чтобы туда поставить зубную пасту или какие-то там еще элементы. Вот она, когда зубная паста позволяет это сделать. Ну да, безусловно, крышкой. Сейчас многие решения, вот они, наверное, устанавливаются вот так вот. Мы видим, да, вот так вот можно поставить. Мы же не будем рекламировать всевозможные зубные пасты. Вот. Мне оплачивают. Да, совершенно верно. Потом, то же самое решение, допустим, для завтра, для жетона. Это вообще моя любимая тема. Я в него влюбилась на фабрике, когда мы ездили. Были, да. Первый раз его там увидела. Это реально очень круто, потому что меня, например, раздражают дозаторы, которые нужно отворачивать, доливать туда вот в узкое пространство мыло. Пытаться потом закручивать, а у тебя руки мыльные, это все просто напрягает. А койка продумала вот просто до мелочей, сделала настолько круто этот дозатор. Данный дозатор для жидкого мыла подает жидкое мыло снизу, видите? Есть лепесточек, на который мы нажимаем, и жидкое мыло падает прям в ладошку. Не куда-то там в сторонку, а именно в ладошку капает. Обращаю ваше внимание, что у нас тут, вот, Татьяна, видишь, да, что цвет смесителя аксессуаров, он полностью выдержан в цвете, да, в стилистике ванной комнаты. Поэтому здесь покрытие PVD в шлифованном хромированном, черном шлифованном хромированном виде. В этом же цвете у нас выполнено космическое зеркало, про которое отдельно нужно рассказывать. Ты уже пользовалась? У меня дома ваше зеркало, собственно. Я знаю, да. Собственно, такое же, такое круглое. Вот. Угу. Ну и в хроме, не в черном цвете. А, на самом деле, это самое лучшее зеркало. И там даже, ну, как бы денег не жалко было. Жаль. Хоть оно не дешевое однозначно, да, но оно реально самое крутое. Да, вот. Действительно, крутое — это то слово, да, которое то есть, можно там использовать в зеркало. Пятикратное, по-моему. Да, здесь пятикратное увеличение. А, помимо увеличения есть подсветка в 4000 кельвин. Татьяна, ты уже сама знаешь, что пользоваться не только тебе удобно, но и всем твоим домочадцам. Мы видим дальше продолжение этой же тематики аксессуарной. Мебель. Вот обрати внимание, ты на первый раз такое видишь. Да, да. А здесь цвет черный с металлическим отливом. Такой прям как будто такой бархатный, прям под смесители, как будто его тоже привезли покрыли. Абсолютно, да. Абсолютно верно. А наши ребята, когда техники, когда разрабатывали этот цвет, они долго-долго мучились. А в итоге 4 слоя лака, специально разработанный лак, автомобильный лак, вы знаете, дома нельзя использовать ни в коем случае, особенно в такой зоне, как ванная комната, где человек абсолютно беззащитен. Вот, и мы в итоге получаем при правильном падении света тот же самый металлический отлив, что мы получаем и видим на аксессуарах и смесителях. Ну, здесь вся концепция выполнена, в принципе, в черно-белом варианте, который сейчас актуален и современен, да, и как бы и достаточно еще долго будет современен, потому что это такая классика. Сейчас как и в одежде, так и в пространстве это очень модно. Смеситель слабо настоящий у ванны.
на два потребителя. Вода течет у нас из излива. А тут тоже нужно сказать, что аэратор спрятан в сам корпус излива. И имеется вот такая ручная лейка, которая имеет силиконовые такие сопла, которые легко вычищаются, просто проведя пальчиком по этим соплам. Настолько удобно, что уже и лишний раз не нужно убираться. Ну, собственно, сама полочка для душевых принадлежностей, ну, в лучшем случае, или бокал шампанским. Табуретка, получившая множество премий всевозможных, сантехнических премий, потому что нагрузка на табуретку 115 кг. Табуретку можно использовать в мокрой зоне, под душем, можно использовать в ванной. А вот еще к тому же у табуретки имеется антискользящее покрытие, и само сиденье выполнено из пластика. Мое любимое пространство – это ванная комната. На самом деле это то место, где начинается утро и где заканчивается день. И поэтому это место должно быть невероятно комфортным и, самое главное, с качественной сантехникой. Здесь в ванной комнате представлены все европейские производители высочайшего уровня. Это ванна фабрики Бетта, поддон тоже фабрики Бетта. Мебель, аксессуары, смесители фабрики Койка немецкой, ну и унитаз с монтажной рамой, всей системой, инсталляция – это фабрика Дюравит. То есть это, в принципе, все бренды на одном уровне. Здесь такое интересное решение с поддоном, так как это апартамент. Я уже говорила, что здесь можно делать все, что угодно, поэтому здесь можно поставить поддон в уровень пола. Кстати, и душевая кабина у нас в фабрике Керми. Это тоже один из топовых производителей, который делает все. Насколько я знаю, что мы делали это все под заказ в черном цвете. Да, и очень долго ждали, так же, как и мебель, чтобы здесь все смотрелось прям как надо. Эти черные решения, черные цвета, они были в тренде, как раз представлены из Хава Франкфурте 2019. Соответственно, не мог удержаться и обзвонил всех наших немецких коллег. И вы видите здесь действительно плеяду лучших немецких брендов по праву лучше. Теперь вы знаете, с кем надо дружить, потому что у нас очень много связей. Да, это тоже. Ну а что? Ну так и есть. У нас связи, да, уже практически дружеские, это очень важно. Уже много-много. Как пела Алла Борисовна, не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Но она пела наоборот. Да. Маленькая шутка. Данный поддон Beta Floor Side, он вровень с полом. Это очень комфортно для любого возраста, любой категории населения. Не только, думаем, о пожилых, но и о нас самих. Как часто ваши пальчики встречались с возвышенностями ванной комнаты? Полагаю, такое бывало. Вот вы с нашей этой коллекцией Beta Floor Side абсолютно избежите этих ситуаций неприятных и будете входить в душевое пространство абсолютно свободно. В любом состоянии, сонном, несонном. Это очень важный момент. Мы все живые люди, поэтому любое состояние фабрика Бетта тоже учитывает. А в чем еще интересен этот поддон? Во-первых, исполнение цветовое. Это матовый поддон черного цвета, черный мат. Покрытие бета-глазур плюс, водоотталкивающее. То есть вы видите, вода местами сухая, хотя мы специально продемонстрировали только что Татьяне по ее настоятельной просьбе, как взаимодействует поддон с водой. Когда он взаимодействует с водой, он еще и приятен на ощупь, и при этом он обладает функцией антислип, противоскольжения. Ваши ноги будут чувствовать себя подошвой ног комфортно, при этом вы не будете скользить. За это, в том числе, наша продукция очень любит пятизвездочные отели, поэтому вы можете прикоснуться.
еще у поддонов бета, можно я дополню, есть очень интересная функция, которую я не встречала у других поддонов. Это когда по торцам, причем там можно выбрать, сколько краев у вас зашито плиткой, там есть такая, ну, как бы ее назвать, бортик, который скрывается под плитку. Это позволяет избежать всяким герметиком силиконов, то есть сверху кладется плитка, и не нужно обрабатывать дополнительными силиконами, которые у многих плесневеют. Да, для продолжения нашего гармоничного рассказа я могу сказать, что действительно Татьяна совершенно права. Это бортик, называется у нас функция бета-окантовка. Когда вы на этапе чернового ремонта предусматриваете эти опции, и вы можете, как Татьяна опять же правильно заметила, выбрать те стороны, которые будут нуждаться именно в нашей бета-окантовке. Избегая силикона, вы избегаете в вашей жизни пористой грязной поверхности, дополнительного ухода и так далее. И так же, как и на всю продукцию, на эту функцию распространяется целых 30 лет гарантии, и эта гарантия ограничена лишь законами. На самом деле продукция прослужит смело и до 100 лет. И главное еще по дизайну, это будет тоже долго радовать, потому что дизайн универсальный, который из моды не выйдет никогда. Ну да, и там не пожелтеет, не треснет, не лопнет, как со многими акриловыми поддонами это случается. Ну и кульминация этих апартаментов – это коллекция Betta, Betta Home Oval Silhouette ванна. Очень достойная модель, она длиной 1,80 м, шириной 1 м. То есть фактически бассейн в доме. Это 1,80 м? Да. Кажется, как будто она двухметровая реально. По ощущениям, да, но при этом она все равно легкая и изящная, но выглядит действительно впечатляюще. Ее поверхность, она матовая, как вы видите, внешняя, внутренняя поверхность белый глянец. При этом вот на ощупь, вы увидели по выражению лица Татьяны, она приятная, то есть бархатная, как her skin like as velvet. И принимая эту ванну, вы можете принять ее вдвоем, при этом сама длина чаши, внутренней чаши, 1,350 м, что тоже поражает. То есть для даже высоких людей прием ванны будет доставлять поистине большое наслаждение. И у нас реализовано более 1000 цветов, более 600 моделей, 25 миллионов вариантов, если все это перемножить, включая цвета, не только цветовые решения, но и размеры, которые мы можем делать также индивидуально для каждого избирательного клиента. И опять же повторюсь, все наши цвета прекрасны. Кто там? О! Я согласен. Все цвета прекрасные. Даниэль, прости, я перепутала. Спасибо. You are so beautiful to me, yeah, you are so. Продукции Betta посвящается. Yeah, yeah, to me, you are so. Ты же не собираешься заканчивать. Я хочу с тобой до пенсии стареть в этих фирмах. Вот видишь, поэтому эта вся публика нам интересна. Мы сейчас приучаем к прекрасному. А через их детей будем влиять на их родителей. Добрый вечер. Уже снимают, да, нас? Да. Оставить такое? Это классно. Пожалуйста, релаксируй. Ибо ванна Betta – это лучшее решение для вас и вашего любимого собственного тела. Отдыхаем. Можно говорить, там вырежем, да, тогда? Ага, вот. Ага, охрана уже спрашивает, когда мы уйдем. Вот.
Шутка. Это был начальник охраны. Филипп Степанович, он постоянно заходит без ключей. Невозможный человек. Прям как будто с ним живем, а он наш. Подписывайтесь на канал, ставьте нам лайк, пишите комментарии. И не забудьте поставить колокольчик. Увы, эти банальные фразы, они присутствуют всегда, потому что вы иногда забываете ставить колокольчик.